Под землей важна каждая мелочь. Очень часто от надежности снаряжения зависит не только успех экспедиции, но и безопасность. Новатур – это то снаряжение, которое не подведет нигде. За последнее время все, кто регулярно пользуется московским метрополитеном, уже успели привыкнуть к тому, что в выходные дни периодически перекрывает движение на станциях внутри кольцевой линии. Но далеко не все знают, что же там происходит в это время и для чего это делается. На языке сотрудников метрополитена это называется удлиненное технологическое окно продолжительностью 26 часов. В этот период проводятся работы капитального характера, такие как замена подрельсового основания, то есть деревянных шпал, втопленных в путевой бетон, смена рельсовых плетей, а рельсовые плети меняются по нормативному пропущенному тоннажу, сварка стыков ходового рельса алюмотермитным способом для обеспечения бестыкового пути, промывка бетонного основания, смена путевых шурупов, а также работы текущего характера. Например, здесь можно видеть, как выполняют устранение отступления по уровню, то есть, когда одна нитка пути ниже другой. Для этого используется специальный прибор, фиксирующий это отступление. Чтобы его устранить, под нитку, которая находится ниже по уровню, подкладывают специальные фанерные карточки. Но одна из самых интересных и зрелищных технологических операций – это алюминотермитная сварка рельса. Предварительно концы рельсов у сварного зазора нагреваются до 1000-1500 градусов. Затем у сварного зазора устанавливается разъемная форма, в которую заливают расплавленный сварной материал. После того, как он остынет и затвердеет, форму снимают и удаляют прибывую часть сварного шва. Благодаря бесстыковым соединениям достигается снижение шумов и продлевается срок службы пути. Редкие моменты, когда можно застать наш метрополитен без пассажиров.
абсолютно пустые станции, не считая немногочисленных работников. Пустой эскалатор, пустые вестибюли. Это специально отведенное окно для проведения технических, профилактических и ремонтных работ.